Ну, у меня, ребятки, задумка сделать с этого вот черного ореха, видите, какой кусок, это такое ценное дерево, сделать технический столик разного направления. Там немножко будет и часов, электроники, шестеренки, даже это самое, крючки, что-то по рыбалке такое, знаете. Короче, всего понемножко. Мальчишечник такой кофе вышел, и птички поют, и кофе заварил себе утром. А вот смотрите, другой дизайн с камушек морских. Ну, это очень красивые, ребята, камушки. Вот как, допустим, здесь Владик залил. Ну, там простые камушки. Это как речка. Рыбок сам выливал. А камушки совсем там простые. Вот. А вот это дорогие камушки. Немножко это стоит. И вот такой столик. Вот я его отполирую. Углубить туда на два пальца, ребята. Тут бордик, все это отшлифуется. Представьте себе. И эбоксидочкой залить. И сюда ставить кофе. Красиво, правда, ребят? Ну, этот стол, ребята, скоро уйдет в сауну. Вот такие дела. Ну, ладненько, вот идеи есть. Надо делать. Надо делать, ребятки. Нечего валяться на диване.